Всем привет! У нас за окном наконец-таки солнышко сегодня, хотя вчера вечером опять был дождь, хотя он даже не ожидался. Вот, но раз сегодня уже солнечно, я решила начать день с того, что перемыть обувь, там пересмотреть зимнее, что есть, что можно было постирать в машинке. Я постирала еще на прошлой неделе, уже все высохло, что убрать я хочу. А то, что именно вручную надо было, ботинки там детские, все это, хотя оно все помыто, уже лежало, как бы давно не носим, но еще не убирала. Вот сейчас тоже все протерла, поставила на солнышко, чтобы все это просохло, перемыла. У нас есть теперь огромная коробка из-под посылки, которую нам прислала бабушка на день рождения девчонок. Вот в нее, наверное, я все и сложу. Поэтому вот с обувью я решила уже закончить на этой неделе. Куртки, конечно, пока еще не убираем, потому что вроде бы днем очень даже жарко, а вот утром и вечером, когда возвращаешься с курсов, без куртки никак, потому что ветер обычно очень даже холодный. Вот, поэтому куртки уже тоже очень хочется снять, уже прям хочется что-то легкое, но пока нет. Конечно, под низ одеваем футболки, какие-то легкие кофты, но пока без курток никак, хотя уже апрель нам казалось, что должно быть потеплее. Вот, так что вот так вот продуктивненько я все это начала, поубирала, перемыла, перебрала, пересмотрела, подоставала, что у нас там есть уже весеннее, летнее. Вот, вещи пока еще не убирала, хочу, но не убирала. Хочу достать летние, но не достаю, потому что хочу убрать, как бы поменять все это, чтобы не складывать одно на другое. Вот, но надеемся, что уже вот скоро придет тепло, и уже наконец-таки можно будет поменять всю одежду сразу, а не по частям. Вот, так что вот так вот, такие дела. У меня испанский, и мне надо готовить обед. В общем, дело как обычно. Предостаточно. Ну вот, с обувью я разобралась, все готово, все постирано, вымыто, уже сложено, набито бумагой, чтобы не потеряла свою форму. Вот, по мелочи еще кое-какую там добавлю, есть еще обувь. Вот, так что большая коробка, буду еще по мелочи что-то добавлять. Почта России, привет! Вот, надеюсь, что еще в ближайшую неделю-две в зимней куртке тоже все это постирается и уберется, и летние вещи я достану, поменяю, в общем, зимними местами, и будет здорово. Вот, в общем, уже весна, потеплело, круто у нас, и начинаем потихоньку избавляться от всего теплого и зимнего. Также хочу сразу сейчас помыть свои кисточки, особенно вот эту, ну, как бы я их мою, но в последнее время я уже что-то и не пользуюсь, ну, как, что не пользуюсь, у меня пудра уже слишком светлая для меня, поэтому, соответственно, я не пользуюсь, надо помыть кисточки, в принципе, все. Вот, и убрать, и вообще вот там чуть-чуть вам покажу, разобрать. Немножко беспорядок у меня тут уже образовался, поэтому я хочу все это сейчас помыть, разложить, сложить, убрать то, что я не буду пользоваться чем. Вот, чтобы был порядок, посмотреть, что мне надо докупить на летний период. Что? Кисточками особо часто пользуюсь, это вот этой. Ну и постоянно мою. А так, эти в последнее время уже очень-очень редко всем воспользованы. Прилипло. Вот, в общем, да, пойду все помою. Ну что, тут порядок. Кисточки мои сушатся. Все отлично. Что будет высохнет, все можно будет сложить уже на место. И убрать, допустим, для пудры. Уже дальний косточку туда я убираю все это дело. Так что вот, все супер. А вот так сегодня будет выглядеть наш угол. По очень хорошей цене. Вторая за килограмм евро. За 20, полтора килограмма. Сейчас буду мыть ее и будем кушать. Смотрите, что мы сегодня сделали. Окрошку. Все, у нас начался сезон. Будем объедаться. Всем приятного аппетита, кто кушает. Ну что, закончу свой влог из другого дня уже. А на самом деле ничего эти дни не происходило даже. У нас просто отвратительная погода. У нас уже несколько дней идет дождь с ветром. Если моментами нет дождя, то ветер есть, либо же наоборот. Может быть, не быть ветра, но будет идти дождь. В общем, погода очень-очень странная. У нас начались каникулы, и мы сидим дома, потому что редкие перебежки по улице не очень такие приятные, потому что все мокрое, либо же ветер холодный, и причем сильными порывами. В общем, такое.
какая-то погодка. Мы так надеялись на каникулы, надеялись, что будем гулять, что съездим в поездку, но пока сидим дома, в общем, вот так вот развиваются наши дела. Вот, начались каникулы, мы дома работаем, потому что чем еще заниматься. Планов у нас особо нету на эти каникулы, но планировали делать какие-то вылазки, но пока не получается из-за погоды, но вроде бы еще пару дней, и все-таки весна к нам придет, будет больше 20 градусов и будет светить солнышко. Мы немного вот утеплились, я в халате сижу, потому что все равно прохладно. Чувствуется то, что ветер и температура упала. Вот. Так больше ничего у нас особо-то и не происходит, потому что, как я еще раз повторюсь, мы сидим дома, и, естественно, наше развлечение — это работа. Дети дома, им тоже немного скучновато периодически, потому что на полчаса на улицу — это как бы, ну, такие себе прогулки. Но до 30 числа мы дома, 30 будет школа, потом будет один выходной, и потом уже начнется школа полноценная, так же, как и на курсах у нас выходные, но нам сказали не скучать, раздали много домашнего задания, чтобы нам было не скучно. Вот. Так уж, наверное, в принципе-то и все. Больше особо рассказать-то нечего, потому что ничего не происходит. Поэтому, соответственно, я и не снимаю, потому что в основном мы заняты работой. Вот. Так что давайте я попрощаюсь, завершу уже этот влог. Вот. Спасибо за просмотр, за подписку. И всем пока. Увидимся в следующем видео.